Всем привет, ребят! Ну что, настало время докачать еще одного героя, о котором я вам рассказывал. Думаю, вы знаете кто. Если не знаете, сейчас увидите. Вот такие вот плюшечки бонусом у нас на английском еще приходят. Что я могу вам сказать? Это английский сервер. Тут нечему удивляться. Насколько у меня уже там рун восьмых. Блин, 176, отлично. Так, хорошо, забрали мы осколки, сейчас посмотрим, хватит ли нам докачать одного из обалденных героев, и у нас будет сразу же обзорчик на другого героя, этого я вам попозже запилю. А может и быстрее. Так, ну что, докачиваем сегодня мы вот такого вот бугимена, он будет на максималке, максимальный урон собран на нем, и я уже думаю на днях запилю вам видосик, покажу, думаю он будет реально крут. Так, интересно, мне хватит. Так, эти книги, вот эти надо в первую очередь сливать. Так, сделаем раз так, чтобы было попроще. Герой обалденный, урона у него немерено. В общем, думаю, не зря мы его качаем. На атаке фритов тоже неплохо себя показывал. В общем, будет, думаю, на что посмотреть. Анубис тоже стал намного круче. Такс, улучшили. Напишите в комментах, кого вы хотите еще увидеть. Ну а у нас сегодня будет обзорчик на немножко другого героя. Это будет у нас Гаргул. Расскажу, покажу, что и как, и заодно протестим его деф. Хорош ли он или не хорош. С 9-м священным огнем у меня такая здесь прокачка есть. Думаю, она будет неплохо себя показывать. Так. Ну давай уже докачивайся. Самое нудное дело. Так, 18-й, ну, практически финишная прямая. Стандартный такой видосик, но хоть увидите, сколько уходит ресурсов на прокачку этого героя. Так, ну все, 19-й. Ресурсов, конечно же, надо очень много. Самое главное не забрать потом книги. Потому что опять не смогу открывать пятые сундуки. Самая основная проблема на этом аккаунте. Некуда девать ресурсы. Ой, чуть-чуть нам не хватило, но я уже потом добью 650. В общем, такая вот у него прокачка. Сейчас посмотрим на него по-другому. Вот как-то... Плюс 515 тысяч, ребят. Вот так вот. Пишите в комментах. Хотите увидеть, покажу. Просто бешеный, походу, герой будет. Это Unreal какой-то. Так, окей. Ну, у нас сегодня обзор немножко другого героя. Это у нас будет вот такой вот Гаргул. Уберем мы отсюда. Ставим ремочку, чтобы включился. А потом потестим его с другими талантиками. Священный огонь, как вы знаете, самый на сегодня топовый. Он дает и деф, и... жизнь, в принципе, он заходит практически всем героям, поэтому такая вот сборка. На нем стоит пиромах, я его использовал, в принципе, для древних, там пиромахи тоже неплохо заходят, но на смене, как видите, у нас тоже пиромах стоит. А буду я постепенно перекачивать героев. Ставим ему еще дополнительно ангела, сделаем максимальную такую дафную сборочку, поехали, посмотрим хотя бы в рейда. В рейде посмотрим, что он сможет сделать.
Так, ну это немножко не он. Это что-то я туплю после ваших роллингов. Такс. Вот он, они похожи просто. Ну, как видите, дамага, в принципе, у него хватает. Посмотрим, либо или дефа хватит. Ну, как-то держится еще. Смотрителя у меня нет. Ну, без ворожей. И все. Ну, такое себе. Давайте попробуем без ремочки. Поставим ему. Знаете, что? Восьмую огненку. Я хотел каменку потестить, но огненка немножко будет, наверное, интереснее. Она еще дополнительно дает отражалку. Хотя, с другой стороны, сейчас мы посмотрим. Уже все-таки будет лучше. Есть еще один вариант. Так, ну тут на 30. А, это шестая. Плюс одна клетка, атака 65. Но это немножко не то, что нам надо. Да, все-таки лучше, наверное, будет поставить на него каменку. Побольше будет. Многие пишут, там она не стакается, заодно сейчас проверим. Она просто дает процентуальное. Оно не должно быть там, что оно режет 60%. Оно процент на процент идет. Если хотите увидеть, посмотрите обзор по стрелкам. Там стрелок, в принципе, тоже урон держал очень прилично. Так, блин, его бьют, но я не могу. Это надо включить будет на максималку сейчас. Продержался 20 секунд. Во всяком случае, это лучше, чем ничего. Так, сейчас, секунду, ребят. А то я бегал на древних, там что-то Нукс вылетает немножко. Так, есть, поехали. Смотрим Афинка. Сейчас должно быть уже получше. Так, ворожей ударил, Фрейя ударил. Ну, посмотрите, Афина бьет. Ну, деф держит. Держится еще даже очень хорошо держится. Сколько он урона выдержал уже. Офигеть. Посмотрите на урон. 6-8 тысяч. Ну, я думаю, с ворожаем вместе. Сейчас я гляну, какой у меня там ворожай. Ремочный вариант. Отлично. Поехали. Попробуем, посмотрим, смогут ли его вообще шатать. Так, Гаргут запустили. Вот Фрейя начала бить. У Фрейя 80к бьет. Ну, все-таки пробивает. Без вариантов, думаю, против Фрейя это не вариант. Гаргул старенький герой, в принципе. И особо от него что-то ожидать, прям такого мега эпического не стоит, но в любом случае священный огонь смотрится очень даже неплохо, посмотрите. Плюс каменка держит по чуть-чуть урон. Стрелок не дает зарядиться. Ему бы еще включиться, была бы вообще песня. Не, все. Включили Фрейя называется. Сразу же ушатало. Надо искать героев попроще. Ну посмотрите, 50 тысяч, 100 тысяч максимум, что его пробивает. Самое интересное, если ему можно будет потом вкачать еще 20-й прорыв, то он реально будет очень и очень хорош. Вот 300 прилетел, ну все. До свидос. Чем такое? Ну, в любом случае, это лучше, чем все остальное. Я не знаю, там басты и прочее, они будут, он будет сразу же проседать. Если гляну, что там у меня вторым. Ну, вот утекание есть. Это чисто когда-то качал под архидемона. Не знаю. А, давайте на экспедицию проверим его здесь.
А потом пойдем на аренку ремочку поставим, посмотрим, сможет ли он выживать там. Герой, конечно, интересный, старенький, но оптимально, мне кажется, все-таки ему будет именно такой вот талант ISO. Дев плюс жизнь. Дамага от него особого смысла нету. Не знаю, такое. Лучше не придумаешь. Каменка дает только деф, а тут и деф, и жизнь. Самый оптимальный, скажем так, вариант. Можно еще поставить хранителя леса и наролить уклонений, и вообще будет топчик. Так, ладно, сейчас попробуем побыстрее все попроходить. Сразу же выпустил командору, и сразу же проценты полетели. Вот интересно. Череп начал бить, но что-то... Они его не пробивают, офигеть. Череп включился и не пробивает его. Да ладно. Прикол. Хотя бы хоть какие-то цифры показывал. Сейчас мы сделаем вот так вот. Блин, да посмотрите, они его не могут пробить. Геть. Мне ему просто не дают включиться, конечно. Вот он включился, уже отхиливается. Ну что я могу вам сказать? А, это еще и тыква разогнала. Посмотрите, как они командуру ушатали быстро. А вот вам результат. То действительно, все-таки он неплохой танк. Такой сборки. Конечно, смотря против кого, но... Старенький герой, но максимум с него мы, в принципе, выжили. Так. Прикольненько, конечно. Поехали на по локации, там посмотрим. Будет самое интересное, наверное. Давно я уже никуда его не использовал. Давайте против Ронина. Так, ну тут ПБшка. Не, все-таки слили. Ну тут вопросов хранитель и столько героев. Здесь, может, кого-то попроще найдем. Да, следующим, наверное, будем качать мохнатку. Хочется мне что-то ее посмотреть на максималке. Она и так чудит, но на максималке, думаю, там будет просто мега. Так, ну кого-то попроще. Давайте вот не, ну этот. Давайте попробуем его. Да. 5 фрея, ну посмотрите, они его так просто не могут слить, да, там баф от этого, но, блин, топовые пачки попадаются, к сожалению. Ну, надо включиться нормально. О, у меня тут букич есть, по-моему, да? Или нету? Могу понять, кто так дамажит. А Ронин еще жив. Посмотрите, что Ронин делает. Делал, точнее. Так, надо попроще пачку найти. Тут нету попроще пачек. Фига себе, он держится. Офигеть! Столько продержаться, но ну, я не знаю, тут любого героя поставь против такой пачки, его бы уже ушатали, наверное, давным-давно.
Но Рон держит. Все-таки еще есть в нем что-то интересное. Так, ну, давайте против ведьмы, я думаю. Может, тут не будет топовая пачка. Может, здесь зайдет. О, отлично. А, видите, что происходит? Тут смотритель больше сносит. Офигеть, посмотрите, что он делает. Капец, блин. Смотритель просто его убивает. И думаю, что за фигня? Его смотритель шатает. Еще и зеленый, а он серый. Вот, вот оно что. А так, ну, нереально просто. Они его не пробивают. Прикольно. Давайте еще разок вот так вот сделаем. Вот видите, смотритель сносит изначально, а дальше сами по себе герои его дамажит фигня. Круто. Надо будет его потестить один на один против других героев. Надо будет заняться такой рубрикой. Думаю, интересно будет для многих. Так. Все, кончились у нас здесь попытки, к сожалению. Давайте еще на арену сбегаем. Я тут вроде как в топе. Плюс-минус. Правда, не занимаюсь, нет времени на это. Давайте против этого. Интересно. Посмотрите, как урон держит. Там Фрей его шатает. Ну, блин, тут везде Фрей. Вообще не вариант, наверное, пачку без Фрей встретить. Особенно на английском сервере. Да, смотритель половину пробивает. Фрей 20-30 тысяч дамажит. Неплох, неплох. Мой тоже смотритель нормально их сносит. Посмотрите, огник, ПБшка. Только когда начинают скиллы включаться, ну, не знаю. Мне нравится. И против кого тестить? Еще и зеленые смотрители как раз. Ну, посмотрите, ледяха. Офигеть. Короче, такое вот, ребят. Не знаю. Мне понравилось. Надо будет его все-таки еще где-то потестить. Ну, реально, смотрится он очень и очень круто. Понабивают, понавыбивают этих огников. Сейчас запортачит мне все. Смотрите на имба Атланта. Атлант, который нагибает всех. О, отлично, он вышел. Ну, красавчик хоть вышел. Хоть сможем потестить нормально Гаргула. Если он, конечно, у нас выйдет. Отлично. Смотрим. Ну, как видите, всех других моих героев пошатали как-то очень быстро. А вот это, кстати, интересно будет.
Его просто не пробивают. Офигеть. Это действительно какой-то мегатанк. Стана не боится. Здесь однозначно будет тащить. Сейчас главное никого больше не выпустить. И перешли. Отлично, где он там? Вы это видите, да? Вот это жесть, ребят. Вы можете сказать, здесь, блин, реально, типа, фигня, герои, там, это вот. Тудым-сюдым, но посмотрите, что он делает. Ну, сейчас его, конечно, стрелок и Тесса ушатают. Скорее всего. Жесть. Давай, 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 чуть-чуть. А, там еще один стрелок. Ангел, включись, пожалуйста. Есть, ангел включился, смотрим дальше. Блин, ну тут... Блин, энергии у нас заберут. Жалко. Жалко, жалко, жалко. Ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе, вот это борьба за жизнь, это реально имба-герой, ребят. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, чтобы Рино не включился, отлично, красавчик просто. Даже магии ему дадим немножко. А, у нас же магия есть для подхила. Не знаю, я после такого, честно говоря, вы видели, какие там герои посливались. Просто красава. Посмотрите, что он делает. Конечно, вот стрелок, Фрэнки, куча героев разных его шатают. Ну, магия, 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 отлично. Тащи. Чуть-чуть. Блин, убили все-таки. Ну, это просто эпически было. Смотрите сейчас укротителя, просто чтобы вы понимали. Так, на секунду, посмотрите, что с укротителем стало, да? Командору сейчас выпустим. У командора, может, тут еще и ушатает, но посмотрите, как она проседает. Просто тупо ее сносят. Вспомните, какой был урон по этому. Просто жесть. Офигеть. Причем командора 20-й. Просто 20-й прорыв. Вот как-то так, ребят. О, Лазуля, я-то думаю, затащат вместе. Тем более они вместе. Должны сейчас затащить. Сейчас Лазуля включится, я надеюсь. А Минотавр подбежит и хлопнет. Я сказал, Минотавр подбежит и хлопнет. Лазуля включится. А Минотавр подбежит и хлопнет. Эй, ты чё? Сволочь. Видели, да? Отстава. В общем, не знаю. Реально, Гаргул удивил. Реально, мегатанчище какой-то получился. Затянул, конечно, я видосик, но фигня это все. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики, все дела. Ждите дальше обзора на Бугимена. Всем удачи, всем пока.